Светлана Борисюк, преподаватель, стаж которого приближается к 40-летию, знает секрет, как увлечь ребенка и как поддерживать его интерес к хоровому искусству. За много лет она выпустила несколько поколений вокалистов, многие из которых пошли по стопам педагога. Строгая, как и полагается, наставнику, требовательная, отлично знающая свое дело. Именно за это ее и любят ученики. Стараются не подводить и не забывать об указаниях во время каждого исполнения. На хоровом отделении сегодня занимаются порядка 100 учеников, и все они спешат на занятия к педагогу. Большой коллектив «Кант», победитель и призер многих конкурсов фестивалей, в том числе зарубежных, и это заслуга способных и одаренных вокалистов, и, конечно, талантливого руководителя. Мы всегда любили участвовать в каких-нибудь фестивалях. Начинали мы вообще с поездки в 2000 году, когда мы защитили, только получили звание образцовой. Первая поездка у нас была в город Вологда, Россия, на фестиваль патриотической песни, где мы тоже заняли первое место. Хочется выделить участие в московском фестивале хорового исполнительства «Звучит Москва». Затем очень яркое впечатление, самое, наверное, яркое, оставил фестиваль детского хорового пения «Словацкая кантата», где собралось более 80 коллективов. Ну, не только детских, но и взрослых. Но вот очень много было коллективов, где мы завоевали золотой диплом, неожиданно для себя. И таких ярких выступлений было немало. Говоря об успехе нынешнем, нельзя не отметить, что планка была взята высокая. Хоровой чемпионат мира стал новой ступенью для коллектива. Хору «Кан» предстояло пройти 4 непростых тура и соревноваться за первенство еще с 32 ансамблями. Брестский хоровой коллектив выступил с 12 произведениями, покорил и публику, и судей своим мощным исполнением, и оказался в числе призеров, заняв 3-е почетное место. Нам больше всего понравился хоровой праздник, вот этот, когда мы все коллективы исполняли эти произведения все вместе. У чемпионата есть гимн, который все вместе исполняли. Вот как бы почувствовал клеточка единого хорового организма планеты. Воодушевившись праздником песни, музыканты вместе с руководителем взялись за изучение новой программы. Высокий уровень исполнения – это все благодаря стремлению и большому труду. Стоять на месте не представляется возможным. В перспективе новые выступления, страны и сцены. В планах – победы и движение вперед. В том, что это осуществится, сомнений нет никаких. Талантливый педагог поведет за собой, ведь она знает секрет успеха. Нужно любить свою работу, свою профессию и своих детей, которые у тебя учатся. И тогда все получится. София Бережная, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».